Социальной поддержки детям войны в регионе не будет. Депутаты областной думы отклонили законопроект, выдвинутый коммунистами и принятый за основу в первом чтении. Напомним, партия красных предлагала выплачивать пенсионерам, родившимся в период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года, ежемесячно 365 рублей к пенсии. В регионе проживает почти 19 тысяч граждан, попадающих под эти льготы. Депутаты Ивановской областной думы при тщательном изучении законопроекта сделали вывод, что проблемы детей войны носят федеральный характер, поэтому решения о льготах должны приниматься на уровне Госдумы. Коммунисты, между тем, оставлять эту тему не собираются и призывают пенсионеров к решительным мерам. Сейчас мы будем работать внутри этой категории. Им надо уже выходить на улицу. В конце концов, 20 тысяч человек, которые охотно проголосовали за «Единую Россию», потому что голосование на дому у нас 60 тысяч составило. Они проголосовали, их обманули, сказали: ребята, мы в первом чтении приняли, все, ждите, вот как только вы нас изберете, мы принимаем во втором чтении. Сейчас, значит, обманывают.